все мы родом из детства. Эта расхожая фраза как нельзя лучше подходит для описания творчества Петрова-Водкина. Город Хвалынск в Саратовской области теперь знаком множеству любителей живописи. Поля, холмы, дома с покатыми крышами стали определяющими в картине мира Петрова-Водкина. И, конечно, люди, которые его окружали. Соседи-староверы и деревенские иконописцы. Он был трепетно привязан к семье, особенно к своей матери, которая, будучи простой крестьянкой, владела грамотой, и она поддерживала увлечение сына искусством. Его первые художественные впечатления – это, конечно, красота хвалынской природы. Воспоминания из детства. Когда я падал на землю, я получил совершенно новое впечатление от пейзажа. Я увидел землю как планету, очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого с обратной вогнутостью. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня. Глядя на картины любого периода творчества Петрова-Водкина, кажется, что горизонт съезжает куда-то вниз. Как разгадать эту сферичность? То ли это философская мысль о том, что все в мире меняется, ничто не статично, то ли Земля – это планета, и, глядя на картину, человек становится сам частью этой планеты. Обучение у иконописцев наложило свой отпечаток на живопись художника. Женщины на его картинах часто являют собой образ Богоматери, а цвета как будто бы с древних фресок – красные, синие и желтые. Одна из картин, которая вызвала действительно очень такую серьезную реакцию зрителей – это картина «Играющие мальчики». Она написана художником в 1911 году. Здесь явная отсылка к библейскому сюжету – Каин и Авель. И не всегда зрители замечают, что в руках одного из мальчиков камень в руке. И сама поза второго мальчика подтверждает эти мысли. В первые революционные годы творчество Петрова-Водкина созвучно происходящему в стране. Зачем я мучаюсь? Чего ищу? Всегда передо мной земля, на ней мучающийся человек. Хочется разбить эти муки и ужасы, дать крупинку покоя и радости человеческому сердцу. Картина «Петроград» 1918 года, на которой изображена женщина с ребенком на балконе, имеет негласное название «Петроградская Мадонна». Образ Девы Марии стоит как бы над сложным временем в стране и говорит о счастливом будущем впереди. Художник не является рупором власти, он остается с народом, напоминая о Боге и о том, что сверху нас. Ассоциативный ряд, он присутствует почти во всех произведениях Петрова-Водкина. Он говорил о том, что художник должен меняться. И реализм – это не обязательно собирать все, так сказать, все, что увидишь на холст. Это суммарный образ реальности, который совмещает все мысли, переживания, раздумья самого художника. Придя в искусство из иконописи, Петров-Водкин пронес через всю свою жизнь и творчество веру в человека и его духовное начало. Отсюда та самая сферичная перспектива с идеей возвыситься над мирским и использование библейских сюжетов. Время революции ушло, и теперь за ее символами мы можем распознать философский взгляд художника, который говорит нам о вечном – жизни, красоте, любви к своей земле. Выставка продлится до 20 августа, так что, глядишь, и болельщики футбольных команд, которые приедут в наш город на чемпионат мира, нет-нет, да и зайдут. Посмотрят на купание красного коня. Они только будут купаться сами в канале Грибоедова. Реклама сейчас на телеканале 78.